Я сразу хочу сказать одну важную вещь в данной ситуации. У некоторых людей складывается мнение, что мне на все пофигу. Нет, мне абсолютно на все не пофигу. Я слежу очень внимательно за всей обстановкой. Меня беспокоит то, как наши ребята сейчас себя чувствуют в сложной ситуации. Я там в том числе в сабчате узнаю, как у кого дела, как что. Мне совершенно не все равно. 8 лет я про это говорила. Мне совершенно не все равно, как и любому нормальному человеку.